Once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Может быть, позже? Мы отлично шьем. В качестве нашей работы вы можете не сомневаться. Подпишите, друзья. Посетите кузницу Бертуччо! У него есть все! Оружие, доспехи, замки и столбы. Приборы! В течение трех поколений семья Бертуччо Сантона. Площади Сан-Пола. У тебя что-то болит, друг? Стандарты для изготовления. Подходите, друзья! Эй, что это за игру вы ведете, сеньор? Он свернет себе шею. Чтобы вы работали на гильдию. Ах ты, господи. Деньги спать! Деньги! Как какая уда! Какая уда! Ну, деньги! Откуда? Деньги! Деньги! Деньги. Деньги? Деньги! 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 О, да! Деньги! Монеты? Золото! Вот это да! Монеты? Граждане! Школа Святой Урсулы решила украсть... Убирайся! Он там! Ничего подобного!
Дядя Марио? Куда они его несут? По крышам, по крышам, герой в капюшоне идет. Отходите, друзья! Свежая овечья моча и припарки из розмарина для вас молодеем несет. Посетите кузницу Бертуччо! Погляди, что ты наделал! Все-то такие, как ты, поганят нашу землю. Замки и столовые приборы в течение трех поколений. Идиота! Рука его не знает ошибок, и смерть прилежно несет. Точно, веди нас. Они твои. Вот он, за ним! Тебе плохо? Держи себя в руках. Ну, попадешься ты мне. Вот идет Джованна, сеньоре, что битву за нас ведет. Он будет отважно сражаться со стражей и кулус им надерет. Подходите, уважаемые клиенты. История. Да, у меня высокие цены. Это про смерть от клинка.
на благо народу чудесный подведем. А в условиях освобождения от налога читайте. Это было. Должно быть, сэр. Это красиво. Подходить. Господин ждет нас, и он не потерпит оплошности. Заверни это как следует, сейчас же. Испанец здесь? Это все меняет. Если я смогу проникнуть в этот отряд, занять место курьера, они приведут меня прямо к этому сукиному сыну. По рукам. О, какая красотка, мамма мия. Конечно. Не давай им опомниться. Убирайся! Ложу! Если переживешь этот бой, тебя всего лишь дерут. У меня есть обычные средства и лекарства из далекой Аравии. Ну ладно, вендетта. Так, си, ты знаешь, да, что делать. Где же я его видел? Сеньор! Сеньор! Стоп! Этот... Я знаю его. Зачем этот капюшон? Что он скрывает? Это точно. Я знаю его. Это лицо. Это точно. Мне знакомо это лицо. Зачем этот капюшон? Это точно. Он там, вперед! У тебя что-то болит, друг? Думаешь пройти мимо меня? Он там! Приносите больных и раненых. Клянусь святым Марком. Что он делает? Правда, колобы? Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Отличное средство для печени. А зачем ему бац? Ха, это не мое дело. Да, сэр. Это момент величайшей важности. Держите строй. Делайте все правильно. Может, я немного рассеянный, но кузнец я отменный. Подходите, друзья. Черт!
что на тебя нашло? Был тут один кретин, вел себя так же, как ты. По наряду, да. Его порубили на мелкие кусочки. Проваливай, кретин. Я во всем виню родителей. Они не желают заботиться о детях и как следует воспитывать их. Сегодня ты сам на себя не похож. Ты огорчил меня, а когда я огорчаю, то становлюсь вот... Граждане республики, в связи с увеличением числа утонувших в Гранд-Канале, городской совет запрещает злоупотреблять выпивкой. Она точно у тебя? За тобой никто не следил? Абсолютно. Все прошло идеально. Мы выполнили приказ точности. Задание на Кипре оказалось сложнее, чем мы предполагали. Эцио, давно не виделись. Родриго. Ну, и где он? Кто? Твой пророк? Похоже, никто сюда не пришел, Родриго. Сколько людей погибло ради этого? Ради содержимого ящика? И что? Никто не пришел! Ты утверждаешь, что не веришь пророка, и все-таки ты здесь. Ты не видишь его? Пророк уже здесь. Я пророк. Теперь отдай мне яблоко. Попробуй отобрать его. И это все? А где же все остальные? Остальные? Ты понятия не имеешь, да? Стража! Бей его! Если переживешь этот бой, с тебя всего лишь дерут шкуру. Попробуем? Бей его!
Он большой хитрец! Бей его! Сделай за меня оказаться в самой середине! Что бы это делало, избавьте меня от этого! Мы нашли его! Будьте осторожны, парни! У меня был ученик. Поворался так же, как... Долго он не... Бей его! Ты знаешь, что дядя? Не бойся, племянник, ты не один. Лис, что ты здесь делаешь? Мы можем задать тебе такой же вопрос. Мы? Все вопросы потом, брат. Не дай бог же уйти с этим ящиком. Вперед! А сейчас вы умрете. Покажи ему, мы с тобой. Подходите, трусы! Бьянка рассолит еще парочку черепов. Все усилия напрасны. Пророчество сбудется. Сокровище станет моим. Смотрите, друзья, наш Эксо стал настоящим воином. Тихо, приятель. Доктор Романтинса умрет. Отлично. Повторим это как-нибудь. Ты проиграешь эту битву. Надеюсь, убежать. Ты погибнешь от моей руки, как и твой отец. Война началась задолго до того, как мы с тобой вступили в нее. Вот это ли не боты? Похоже, ты многому научился. Брависсимо! Надо меня повторить как-нибудь. Твоих братьев я убил для того, чтобы доказать, что тамплиеры не знают жалости. Это за моего отца. Паула? Он ушел, но мы нашли то, что искали. Нет. Я должен догнать его. В самом деле? Или ты здесь по другой причине, сын мой? Теодора, что? Что вы все тут делаете? Возможно, то же, что и ты, Эцио. Надеемся увидеть пророка. Я пришел сюда убить испанца. Плевать я хотел на вашего пророка. Он так и не пришел. Нет. Но пришел ты. Что? Было предсказано пришествие пророка. И тут неожиданно появляешься ты. Быть может, ты и есть тот, кого мы искали. Коса? Кто ты? Николо Ди Бернардо Макиавелли. Я ассасин. Хранитель древнего искусства защиты и развития человечества. Как и ты, и все находящиеся здесь. А вы все ассасины? Паула? Вольпе? Это правда, племянник. Все эти годы мы направляли и обучали тебя, чтобы ты смог вступить в наши ряды. Думаю, время пришло. Мы получили то, что хотели, но это еще не все.
Встретимся здесь на закате. Лашея уакен умутлак белкулумункин. Это слова, сказанные нашими предками. Они лежат в основе нашей веры. Когда остальные слепо следуют за истиной, помни. Ничто не истина. Когда остальные ограничены моралью или законом, помни. Все дозволено. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы ассасины. Ничто не истина. Все дозволено. Час настал, Эцио. Сейчас мы не столь прямолинейны, как наши предки. Но наша печать все так же вечна. Ты готов присоединиться к нам? Да. Эта боль скоро пройдет, брат. Как и многое другое. Бенвенуто, Эцио. Теперь ты один из нас. Пойдем. У нас много дел. Ты в порядке? Прекратим? Нет, я должен вернуться, немедленно! О, бог ты мой! Шон? Да, конечно. Как я мог забыть об этом? Может, и нам расскажешь? В 1492 году папой избран Родриго Борджиа. А это значит, что злейший враг Эцио стал самым могущественным человеком Италии. Всегда мечтал побывать в Ватикане. Ну, значит, тебе повезло, Дезмонд, ведь именно туда ты и отправляешься. Невероятно. Просто потрясающе. Что это, Леонардо? Для чего эта штука? Этого я не знаю. Как не знаю, почему Земля вращается вокруг Солнца. Ты хотел сказать Солнце вокруг Земли? Оно сделано из материалов, которые не могли существовать. Однако очевидно, что это очень древний артефакт. В кодексе он назван частицей Эдема. Испанец. Он называл его яблоком. Яблоком? Как запретный плод? То есть ты хочешь сказать, что это... Оно не должно попасть в плохие руки. Слабого духом оно сведет с ума. Не сомневаюсь, что испанец пойдет на все, чтобы вернуть его. Эцио, используй все, чему ты научился, чтобы защитить артефакт. Отвези ее в Форли. Это неприступная крепость с пушками. И ею правит наш друг. Что за друг? Ее зовут Катерина Сфорца. Подумать только. Мне это начинает нравиться. Спасибо тебе за все, мой старый друг. Леонардо, Эцио сказал, что ты часто ездишь в Милан. У меня вилла в Тоскане. Непременно навести меня.
Утратив жезл, царь лишился власти и больше не мог повелевать своими подданными. Революция! Революция! Так-так,
кто к нам пожаловал? Мадонна. Я сразу поняла, что в тебе что-то есть. Но что ты ассасин? Пойдем же, дорогой. Тебе понравится в Форли. Пушки в нашей цитадели исправно служат уже сотню лет. Здесь артефакт будет в безопасности. Простите, но я никогда не слышал, чтобы городом правила женщина. Я просто поражен. Ну, раньше, конечно, им правил мой муж. Он умер. О, простите. Это я заказала его. О, мы узнали, что Джероло Мориарио служил тамплиером. Составлял для них карту, отмечая местонахождение страниц кодекса. Да что скрывать, я вообще не любил эту сволочь. Он был скверным отцом, плохим любовником, да и вообще занудой. Смотри. Опять вселенная надо мной смеется. Ну почему я вечно оказываюсь не в том месте и не в то время? Постой. Что происходит? Сеньор, они появились, как только вы ушли со стены. На город напали. Что? Кто напал? Братья Орси, сеньора. Ах, чтоб меня. Кто такие Орси? Те негодяи, которых я нанимала, чтобы убить мужа. Это дело рук испанца. У самих Орси на это не хватило бы ума. Как он узнал, куда мы повезем яблоко? Мы решили это совсем недавно. Потому что они пришли не за яблоком, Эцо, а за картой Риарио. Черт бы побрал твою карту, Николо! Там мои дети! Тысячи чертей! Вот! Эти подонки уже внутри! Предатели! Может, там есть другой вход? Дай-ка подумать. Возможно, есть. Под западной стеной проходит старый туннель. Бене, я скоро вернусь. Эй, вы! Да, я к вам обращаюсь, трусливые дворняшки. Вы вторглись в мой город, в мой дом! И вы думаете, я буду просто смотреть на это? Нет, я вам яйца оторву! Вы не мужчины, лакеи и жалкие шапки. Сейчас ты умрешь! Хочешь подраться? Я готов.
Известно что-либо о местонахождении украденного пальца святой Кьяры, получит у епископа полное отпущение. Неужели мне знакомо его лицо? Тебе бы хотелось на них поглядеть, да? Потрогать, потискать, полизать, да? Ну так подойди, докажи, что ты мужчина. Друзья мои, у меня я самый низкий оценок. Я так дам тебе по яйцу, что они у тебя из ноздрей выскочат. Свора грязных псов. Убирайтесь прочь, не то я прикажу вас всех посадить на колья на стенах крепости. Может быть, вы поэтому и не уходите. Мечтаете, чтобы вам в задницу воткнули длинный дубовый шест. Боже милосердный! Где они вас откопали? В женском монастыре? В жизни не видела такой толпы жалких, трусливых оборванцев. Когда я прикажу вас оскопить, хуже не станет. Вы все равно не... Ежегодный пир отменяется! Бей его! Ты переживешь это! Благородные цены для благородных людей! Ты как-то не отказался бы... Что не трогайте меня! Не трогайте меня! Эколо! Он вон там! Черт! Я надеялся хоть один день прожить! О, черт! Надо бежать! Мелдио! Беги! 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 Буду. Бей его!
Ора! Нет, прошу, не убирайте Сади! Меня! Где-то я уже не вижу. Надо присмотреть. Недавно мне повезло. Я нашел новых поставщиков. А, ну, я могу продавать товары еще дешевле. Это благородный вор. За ним! Друзья, у меня отличные товары и такие цены, что чудом еще не разорился. Открой дверь! Открой дверь! Престо! Ловушка! Откуда он? Ты меня клянусь! Я только что вернулся в город! Будь ты проклят, собака! Это, Никола, сюда! Еще один кретин. Он кажется... Уходим! Нам с ними не справиться! Мои дети! Но где же Бьянка и Октавиан? Простите, сеньора, когда все это началось, они играли на улице. Я не знаю, где они. С гор пришли подкрепления! Они штурмуют цитадель! Эцио, не дай этим ублюдкам прорваться! За мной! За ним!
Вот он! Сзади куда? Черт! Вперед! Вон! Подходи! Мне это снится! Я вижу его! Лечу! Сначала я слегка вздернут. Сберу чуть-чуть крови и что-нибудь отрежут. Конечно, сначала твое мужское достоинство. Быстрее! Вот мы отстаем! Ты пожнешь то, что сам посеял. Пощадите! Много зла вы. Трогайте меня! Клянусь, я вам прямее плечо! Черт! Надо отсюда выбраться! Это безумие! Катерина! Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! Отсюда выбраться! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы, должно быть, братья Орси. Людовико! И Чекко, к вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам! Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых! Если вдруг передумай, что они будут в деревне, за городом! У тебя ровно час! Катерина, нет! Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми! Никто и никем не жертвует! Верни их мне, Эцио! Си, положись на меня. Яблоко должно остаться в крепости. Охраняй его. Зачем это? По слухам, это наемники-гасконцы. Будьте осторожны. Приносите им вино или совершайте переходы в час трапезы. Баста. Субтитры
Видишь? Осторожно, друг! Ты когда-нибудь видел его? Святая Мария! Что он затевает? Наемник? Похоже на то. Неплохой портной. И это все ваши люди? Какая глупость! Их же вам не хватит! Моя мама страшна в небе! Мы женщины из рода Сфорца! Все такие! Да, мы красивые, но внешность обманчива! Можете хоть у папы моего спросить! Вы же не думаете, что я вас боюсь? Если так, то вы жестоко ошибаетесь! Моя мама не даст... Спасибо, спасибо, мисс Эр, но мой брат Октавиан, они держат его на маяке! Забавный капюшон! Наемник! Держи его! Там! Он ушел. Слезай, или я буду стрелять. Ты хочешь спасти своего мальчика, Катерина? Отдай то, что нам нужно, или я спрашиваю его. Это Экало, быстрее! Помоги, он уходит! Куда он делся? Выходи, Катерина, покажись! Отдай яблоко и карту, или твой малыш станет калекой! Я хочу писать! Сеньор, отпустите меня в туалет! Мне нужно пописать! О, пердио! Пьюди, Пекко! Бей его! Катерина сглупила, отправив тебя сюда. А может, это ты глупец, раз готов умереть за пару монет? Оно того стоило. Благодаря мне господин получит то, что хотел. Тогда умри. Гордость тебе не поможет. Покойся с миром.
Бог. Что ты здесь делаешь? Прости, Эцио. Мне так жаль. Что произошло? Это была уловка, чтобы застать нас врасплох. Как только ты ушел, они напали снова. Чекка Орси забрал яблоко. Что? Нет. Где он? Мы прогнали его отсюда, но этому ублюдку удалось бежать в горы. Я иду. Могу подобрать и другие вещи. Они отлично. А это не... Пощадите! Я не виноват! Будьте осторожны! Я свободен! Забавный копчун. Астер, я его уже вижу. Откуда мне знакомый? Я знакомый! Задай! Черт! Я его вижу! Эккола! Быстрее! За ним! Форта! Форта! Здесь не место! Фора! Уходи! Ариведер! Говнюков, не пропускай! Еще раз. Ндямо! Что ты здесь делаешь? Только попробуй! Я знаю его. Эккола, быстрее, за ним! Эй, мышка, где твоя норка? Где же я его видел? Он не тот. Откуда мне знакомый его лицо? Теперь ты умрешь. Предпочитаешь топор, веревку? Итак, ты снова забрал наше сокровище. Неужели оно стоит стольких жизней? Такая ценная вещь надолго у тебя не задержится. Посмотрим. Посмотрим. Сколько зла порождает алчность. Покойся с миром.
Стой. Нет. Кто ты? Стой. Не открывай. Эцио, слава богу, ты жив. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я не знаю. К счастью, один из моих солдат нашел тебя в горах, рядом с телом Чека Орси. Да, это я помню. Постой, там был третий. Он забрал яблоко. Кто? Он был в черном, будто монах. Кажется, без одного пальца. Да, Катерина, мне немедленно нужно идти. Хорошо. Держи, это тебе пригодится. Об этой карте говорил Никола, карта твоего мужа. Бывшего мужа Мио Каро. Он клялся, что узнал, где находятся все страницы кодекса. Яблоко ты заберешь, а сокровищницу без карты не найти. Знаешь, неподалеку в низинах есть аббатство. Монахи там ходят в черном. Начни поиски оттуда. Давай иди. Разыщи этого чертова монаха. Кажется, я буду скучать по тебе, Катерина. Конечно, будешь. Приносите больных. Сейчас тебе станет лучше. Не хворай. Пальца святой Кьяры получит у епископа полное отпущение грехов и множество духовных даров. Ну, я не понимаю тебя. Теперь-то не уйдешь! Аспетта, Аспетта. Я тебя вырву глаза! Не стесняйся! Чтоб ты не бегал! Карла Мадонна, я не хочу ничего знать! Дьяволу, это меня не касается! Зачем это? Стой! У меня же не разговор! Ложу! Если вы так настаиваете. Благословляю. Спасибо. Ты не мог бы помочь мне? Что тебе угодно? Я ищу монаха в черном, у которого не хватает одного пальца на руке. У брата Гвидо нет пальца на ноге. Ты ничего не перепутал? Уверен. Есть еще брат Доминико, но у него не хватает всей левой руки. Нет, я уверен, что не хватало только пальца. Подожди секунду. Да, я видел девятипалого монаха в черном. Да, конечно, на празднике в честь святого Винченцо. Так, я знаю, где это. Поищу там. Спасибо. Иди с миром, брат. Я всегда с миром.
Опять он так ходит из-за... Остановите! Бай-бай! Он там! Аспетта! Помогите! Угораздило же меня оказаться в самой страху! Черт! Приведите священников. Их нужно умиротворить. Пресс! Убейте! Смотрите на них! Они даже по нужде не отойдут. Это без меня! Надо уходить! Гляньте на него! Он свернет себе шею! Чувство. Внимание, путники! Прости, брат. Не мог бы ты... Демон! Прочь! Прочь! Что случилось? Ты тот, кто убил брата Стефано! Братья! Этот убийца монахов вернулся! Отсюда смотри. Вот забеги. Не трогайте меня. Не думай, я вообще ни при чем. Не трогайте меня. Внимание! Нет, не надо. Я не хочу умирать. Я убиваю только тех, кто убивает других. А твой брат Стефано был убийцей. И я уверен, что ты не из таких. Послушай. Я ищу монаха в черном, у которого нет одного пальца. Нет одного пальца, говоришь? Ты имеешь в виду Савонаролу? Савонарола? Кто это? Ты его знаешь? Знал. Он был одним из нас когда-то. А потом? Мы посоветовали ему пожить отшельником. Он с нами не ужился. Боюсь, что его затворничество подошло к концу. Куда он мог отправиться? О, Боже! Санта-Мария-дель-Кармене? Он учился во Флоренции. Возможно, он вернулся туда. Спасибо. Иди с Богом, брат. Джероламо Савонаролла. Доминиканский монах из Феррары, серьезно относящийся к своему делу, он видел пороки своего времени. Богачей, втаптывающих бедняков в грязь, священников, торгующих индульгенциями. И это свело его с ума. Савонаролла назвал себя орудием Господа и явился во Флоренцию.
Его пламенные проповеди приводили людей в исступление. Он требовал отменить собственность, остановить прогресс и вернуться к временам Эдема. Он стал врагом знания. Обладая частицей Эдема, он мог уничтожить все. Книги, картины, музыкальные инструменты. Все он сжигал на костре тщеславия. Пришло время, и легионы его последователей захватили власть. Флоренция погрузилась во тьму. Эй, Дезмонд, кажется, мне удалось восстановить последовательность. Попробуй открыть ее. Я должен идти. Подходите, друзья! Кровопускание – это часть здорового образа жизни. Нет! Назад! Стража! Праздничных. Мы отлично шьем. В качестве нашей работы мы можем... Форца, рогаццо. Мы одобряем ваш... Подлый убийца. Не подходи. Кажется, мы заслуживаем это... Женя, идиот. Мои товары даже лучше, чем миланские. У меня самые... Женя, рискуй.
Лечу все! Лишь смотри, куда идешь! Не могу. Тупица. Я сделал все, что мог. Постарайся, постарайся, что я не знаю. Боже, можно только за пределами города. Браво, континья козы. Жал, видишь, человек, негодяя. Мои, что богатство, отключили. Пусть вам это выслужит. У меня есть все, что вам нужно. Будь у Пьера десятая часть силы его отца, мы бы не остались без крова. У меня странное чувство, что ты на человека. Вот он! За ним! Берёшь, как вас уже просто окружить. Беги, беги, беги! Я считаю. Не трогайте Стража, меня! Помоги! Не трогайте меня! С альватами! Пожалуйста, отпустите меня! Я тут ни при чем! Не нужно было позволять этому монаху оставаться в городе. Ты посмотри, что он натворил. Не трогайте меня! Не трогайте! Я не понимаю, почему они терпят эти издевательства? Подходи, не стесняйся. Он сказал, что наше имущество принадлежит церкви Святого Марка. Вон он, за ним, быстрей! Да ты не так уж глуп, как кажется. Он скользнется! Энджаро! Беру меня! Молю, сохрани мне жизнь! Даже Боттичелли поддерживает это чудовище! Это колдовство! Аресты, сожжение книг, проповеди. Флоренция была светочем знаний, а теперь мы снова погрузились во тьму невежества. Еще один жалкий ученик, Дарби. Давай его примите. Не трогайте! Спасибо. Клянусь, я исправлю.
Тебя поджарят на вертеле, как поросенка. Я не хочу участвовать. Посмотрите на тарана. Сейчас мы избавим тебя от страданий. Я вообще не слышу. Это почти преступление. Ухожу. Это чересчур. Я мечтаю о том, чтобы ассасин вернулся во Флоренцию и освободил нас. Привет, Эцио. Ты умеешь выбрать время для визита. Значит, это правда? Савонаролла подчинил себе Флоренцию? Да. Не без помощи нашего коварного артефакта. Значит, нужно как можно скорее вернуть его. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. А когда бывает просто? Расскажи мне обо всем. Пойдем со мной. Все началось несколько недель назад. Внезапно все стали превозносить того, кого недавно презирали. А, яблоко. Лишь отчасти. Он покорил не город, но его правителей. Тех, кто обладает влиянием и властью. Медицинская помощь. А они уже заставляют народ исполнять волю этого безумца. И люди поступают так... Но у них нет выбора. Мало кто осмеливается нарушить статус-кво. Так что мы должны помочь им узнать правду. На их одежде герб Борджиа. Да. Испанец шлет новых и новых солдат во Флоренцию, а Флоренция отправляет их обратно. Обычно по частям. Значит, он тоже знает, что яблоко здесь. Весьма прискорбно. Идем. Взят! Вон он! Так, сюда. Я уже видел это. Чтобы это не было, избавьте! Уходите отсюда! Бегите! Это очень смешно. А это не... Зачем это? Идем. Открытое нападение слишком рискованно. Верно. Но есть ли у нас выбор? Не считая правителей города, у остальных все еще своя голова на плечах. Си. И они следуют за Савонароллой не по своей воле, но по принуждению. Си. Тогда воспользуемся этим. Если мы заставим замолчать его подручных и воодушевим недовольных, Савонаролла отвлечется, и я нанесу удар. Отлично. Я поговорю с Ля Вольпой и Паулой. Они помогут нам поднять бунт, пока ты освободишь район. Значит, решено. Я беру на себя его сообщников. Одной сотой части. Эти средства пойдут. Он что, артист?
Собора Санта-Мария-Новелла. Заинтересованных членов гильдии Арте-Дей-Маэстри Пьетро Эленьяме просят подавать заявки Гонфаланьер. Снится? Лечу всех! Покупайте мо... Друзья, здесь клиент всегда прав. Конечно, если он... Отходите, друзья! Свежая овечья моча! Подходите! Ну, в другой раз. Я буду стрелять! Я
Местное искусство умирает. Бей! Я не хочу! Молодый чёнок! Не трогайте меня! Пожалуйста! Хват, Амико. Кацо, слезай отсюда! Ора, вниз! Быстро! Подходите, друзья! Сегодня у меня свежие пиявки! Thank you.
Отриньте низкое и презренное! Ищите спасение в пламени! Перо, глина скульптора, все это орудие дьявола, и все, что они порождают, тоже. Поэтому сегодня я призываю вас уничтожить их, предать их огню. Тогда вы очиститесь, тогда вы обретете свободу, откажитесь от них самостоятельно, иначе вас заставят мои люди. Когда я стал художником, кто совсем не думал о том, как мои произведения влияют на других людей. Для меня это была возможность выразить себя, вырваться из мира боли, в котором я жил. Казалось, я обретаю свободу. Я исцеляю свою израненную душу. Если другие, глядя на мои творения, увидят в них себя, разве то, что они не одиноки в своих страданиях, не утешит их? Мне казалось, что я забочусь о других, выражаю их мысли, исцеляю их. Но на самом деле я заблуждался. Дьявол коварен, его хитростью и уловкам нет числа. Я думал, что мои произведения — это окна, но на самом деле это были двери, через которые дьявол входил в мир и в души людей. Мое искусство не утешало, а отравляло, наполняло некогда непорочных людей похотью и безнравственностью. Ах, как я заблуждался. Но теперь я могу все изменить. Могу исправить вред, который я причинил. Мадре Санта! Он быстро устанет, так что не рискуй. Ждите, пока он раскроется. Я сдаю. Вот он! За ним! Бей его! Что я наделал? Что я наделал? Ты действовал не по своей воле. Нет, по своей. Я подчинялся, так как сомневался в себе. Мне жаль. Мне тоже. Я делаю это с тяжелым сердцем. Покойся с миром. Сегодня ты умрешь, пес. Если вы купите... Может, в другой раз. Позор! Вы обращаетесь с нами не лучше, чем они! Жители Флоренции, подходите, выслушайте меня! Конец света близок. Покайтесь! Молите Бога, чтобы Он простил ваши грехи! Разве вы не видите знамения? Мятежи, голод, болезни... Все это отсюда, столб! Мы должны быть сверты и верить, чтобы уйти. Тьма не поглотила всех нас! Я вижу, вы сомневаетесь. Думаете, что я сошел с ума? Не трогайте меня, пожалуйста! Я вижу его! Он там! Черт, как Ладжу! Он там! Бей его!
с вами в надежде, что мне... Ёпца! Куда? Заплачу! Дам, дам! Убери лицо! Если мы поймаем этого гада! Молодец! Хорошо! Разве вы не видите знамения? Мятеж... голод, болезни. Все это предвестники тьмы. Мы должны быть тверды в вере, чтобы тьма не поглотила всех нас. Я вижу, вы сомневаетесь. Думаете, что я сошел с ума? О, разве римляне не считали безумцем Иисуса? Знаете же, что когда-то и я сомневался. Но это было до того, как ко мне пришел Савонарола. Он показал мне истину. Не нужно этого делать. Куда это ты собрался? Да, как? Он не сбежит! Сегодня пошел. Последний день в моей жизни! Остановите его, рогатцы! Молодец! Ага, только вон он! Подаем жару! Не трогайте меня! Я чувствую, что ты действовал по своей воле. Не всех из нас нужно было обманывать. Я уже верил в это. Я говорил истину. Истины нет. Мне нелегко делать это. Покойся с миром. Старомодный плащ. Я человек маленький. Умри побыстрее, понял? У меня встреча через четверть часа. Твоей жене что-нибудь передать? Опять вселенная... Кацу, не трогайте меня! Ну же, друг! Это же моя работа, верно? Ну почему я вечно оказываюсь в том месте и не в то время? От меня тебя теперь ты не уйдешь. Заходи сзади. Попробуй в нем старый трюк капитана. Безумие! Мистер Рикордио, тут ты прошу, не убивайте меня! Мне пора возвращаться домой! Надо бежать! Это безумие! Прочь с дороги, фори давия! О, я обожаю запах жареных преступников поутру. Проваливай!
Здесь никто не пройдет. Слышите меня? Этот мост будет закрыт для вас до тех пор, пока вы все не покоритесь пророку Савонаролле. Я слышу ваши стоны и жалобы. Вы говорите, у вас дела, встречи, обязательства. Ха! У вас только одно обязательство – покориться! Зачем драться? Зачем сопротивляться? Город наш, а ваши драгоценные медичи вас бросили. Они сбежали, спасая свои шкуры. Савонаролла желает вам только добра. Он очистит город от пороков и соблазнов. Объединит людей с помощью веры. Перед Господом все равны. Все равны и во Флоренции. Это наш шанс начать все с чистого листа, забыть о тяжелом прошлом и прийти к новой, простой жизни. Я помогу вам, подарю вам новое будущее. Умри! Умри! Просто окружите его! Куда? Не куда дайте мне уйти! Ты одет как дворянин. Как Савонаролле удалось околдовать тебя? Богатства и власти никогда не бывает достаточно. Я хотел большего. Ну а в итоге ты лишился всего. Я должен это сделать. Покойся с миром. Куда это пошло? Уходите, чему вас учили? Нет. Ну, кто видел ублюдка, который это сделал? Терпение! Дождитесь удобного момента и нанесите удар!
Бей его! Он явно не прав. Прочь с дороги, живо! Боже, это новый способ знакомиться. Цены. Если понадоблюсь, приходи. Приносите. Отдохни немного, и тогда будешь совсем здоров. Несколько безрассудно, друг. Охраняйте ящики! Нельзя допустить, чтобы их содержимое попало в чужие руки! Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания? Надо же, а ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Савонарола ведет нас в новую эру. Правильство, братство и справедливости. Нужно только... Субтитры сделал DimaTorzok.
Посмотрим, как они будут упорствовать. Знают власть, савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Надо же! А ведь я считал их своими покровителями. Разобщает людей! Что? Что я наделал? Ты принуждал людей верить. Иногда людям нужно указывать, что думать. Это никогда не приводит к добру. На сердце тяжесть, но мои мысли ясны. Покойся с миром. Заходите все, кому нужна помощь. Он что, артист? Спаси, Господи. О, это очень рискованно. Приказ такой: следить за полями, чтобы со стогами сена ничего не случилось. Может показаться, что это бессмысленное дело, однако оно очень важное. Если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена, и им придется сдаться. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. Если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена, и им придется сдаться. Я его не вижу.
если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена. И им придется сдаться. Подходи, не стесняйся. Этот... Мне это не нравится. Эй, ты! Строер! Я просто... Пусть лучше ведь... Я знаю. Ноги уже покорились. Им нужна одежда, пища, значит, тебе все умрет. Тревой, ассасин! Ты был готов уморить людей голодом. И из-за чего? Я слишком долго терпел унижение. Меня называли простофили и деревенщиной. А мне всегда хотелось уважения. От меня ты уважения не добьешься. Переход в другой мир мучителен. Но потом ты обретешь покой. Покойся с миром. Если переживешь это, то тебя всего лишь дерут шкуру. Попробуем? Да, смотрю сегодня. Помните, чему я... Бей! Попробуй нам старый друг капитана. Окружай его! В чем дело? Ах, да. Терпение! Дождитесь удобного момента и нанеси удар! Терпение! Дождитесь удобного момента! Анди! Пожалуйста, отпусти меня! Не мешай нам! Флоренция поражена болезнью! И наш долг исцелить ее! Как? Заставляя людей подчиняться воле безумца? Неразумно бросать вызов власть имущим! Да, но мы это исправим. Нет, ты не убьешь меня! Савонарол узнает о твоем предательстве! Стража! Стража! Я его не вижу! Вот он! Бейте его! Зачем сопротивляться? Покорись Савонароле! Пощадите! Я много зла натворил и заплатил за это сполна, но этого я не делал! Быстрее, он уходит! Отпустите меня! Хочу! Все думают так же! Иначе не пошли бы за ним! Я сам жертва. Я не виноват. Нет, ты сделал свой выбор. Он заколдовал меня этой штукой. Лишь потому, что ты ему позволил. Я делаю это ради народа. Покойся с миром. На
работа мастера! Он там, вперед! Работа мастера! Ладно, я... А, это очень рискованно. Видел бы это мистер Джерай. Эрдонате, я не... Здесь что-то не так. Где же все? Пожалуйста, сеньор. Вам не нравится музыка, я... Еще один соперник. Отлично. Савонаролла предупреждал меня, что у нас появятся враги. Поэтому я изобрел эту простенькую ловушку для тех, кто возомнит себя героем, и она чудесно сработала. Инкоминчамо! Интересно, как долго ты протянешь. Пару дней назад один ловкач успел одолеть три дюжины моих парней. Прежде чем его положить, я вас учил. День за днем все новые лица. Инакомыслящие, недовольные, революционеры. Прикончите его! Кто я только не повидал. Герцоги, умри! Дождитесь удобного момента и нанесите ничего. Герой-освободитель города, вождь повстанцев. Помните, чему вас учили? Начало новой эры, борец за свободу. Какую ложь! Ты заблуждался. Пойми, все это ложь. Что бы вы ни говорили, вы все приходите сюда по одной причине. Вы желаете чего-то для себя. Вперед! Славы, почета, известности. Что нужно тебе? Признание? Прикольно! Дети смеялись над тобой. Или тебя отрезали девушку? Если бы мне пришлось выбирать, то я бы сказал, что ты не уверен в себе. Иначе к чему этот капюшон? Зачем ты прячешь лицо? Ура! Ты совершаешь ошибку. Не делай. Мальчик, ты только что подписал свой смертный приговор. Подходи, если хочешь умереть. Я рожден для битвы, мальчик. Посмотрим, из какого ты тянешься. Куда ты его забрал? Oh!
Тебе здесь не место, уходи! Тебе туда нельзя, Кальоне! Куда ты со мной? Один раз, криминалер! В самом деле был таким гордым, жестоким. Нет, тебя околдовал Савонаролла. Неужели? Или я был опьянен вкусом власти? Мне жаль, что я оказался так слаб духом. Мне тоже. Прости, но у меня нет выбора. Покойся с миром. Три кражи, замаскированные убийствами. Люди видят лишь то, что их учили видеть. То, что хочет показать им организация. Вышли на охоту. Куда же подевался Джон?
дойти до Соннио! История — это про смерть от клинка. Промзи. Подходи, не стесняйся. Сеньор, и стало известно о том, что некие юноши ради забавы лазают по крыше. Это не преступление, но учтите, что забава... Подходите, друзья! Сегодня у меня... Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator. Вот он! Куда он делся? Вперед! Слезай! Оп, тебе здесь не место!
Omnipotens Deus, Rex Regum et Omnium Gubernator, cuius potentiae nulla creatura resistere potest, quid proprium est peccatores punire, et eorum miserere, qui veri agunt penitentiam, servae libera nos, suppliciter te petimus, amanu inimicorum, reprime eorum superbiam, minue malitiam, dissipai. Iones et astunias, ut nos tuis armis muniti, semper servemur ab omnibus periculis, ad glorificandum te, qui es unicus victoriae largitor, propter merita unigeniti filii, tui domini nostri, Iesu Christi. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Я думал, что он проповедует Слово Божие. Боюсь, его проповедь — ложь. Я увел свою паству с пути истинного. А я ведь так хотел поверить. Как и мы все. Я завершу дело своего отца. Покойся с миром. Придурок! Осторожнее! Любопытно. А почему нельзя пойти? Издевается над всем! Я жалкая букашка! Не может ходить по-человечески. Все просто, друзья мои. Хотите, чтобы о вас позаботились? Покоритесь новому правителю. Вы можете и дальше поддерживать Медичи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Или принять Савонаролу.
Зачем этот капюшон? Зачем сопротивляться? Зачем? Он хороший человек. У него твердые убеждения. Он хочет спасти нас от самих себя. Эй, кто это там? А ведь нас нужно спасать. Мы погрязли в грехе, чревоугодии, похоти, гордости, думаешь, алчности. Мне продолжать? Нет. До прихода Савонаролы мы чрезмерно любили плотские наслаждения. Еще один чужак. Почему? Ладно, я не хочу знать. Он здесь? Помолись последний раз, криминал! Вы можете и дальше поддерживать Медичи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Или принять Савонаролу. Зачем сопротивляться? Зачем? Он хороший человек. У него твердые убеждения. Он хочет спасти нас от самих себя. А ведь нас нужно спасать. Мы погрязли в грехе, чревоугодии, похоти, гордости, алчности. Мне продолжать? До прихода Савонаролы мы чрезмерно любили плотские наслаждения. Он свернет себе шею. Мы отвернулись от Бога. И как было не отвернуться, устыдившись за свои поступки? Вот почему вы страдаете душой и телом. Это кара за грехи. Тебе здесь не место, уходи! Но не бойтесь. Куда это ты собрал? Если вы жаждете исцеления, если ищете спасения, поклянитесь. Ужасно старомодный плащ. Любопытно. А почему нельзя пойти пешком? Подходи, не стесняйся. Вы можете и дальше поддерживать Медичи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Или принять Савонаролу. Зачем сопротивляться? Зачем? Он хороший человек. У него твердые убеждения. Он хочет спасти нас от самих себя. А ведь нас нужно спасать. Мы погрязли в грехе, чревоугодии. Мне продолжать. Вы можете и дальше поддерживать Медичи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Или принять Савонаролу.
Зачем сопротивляться? Зачем? Он хороший человек. У него твердые убеждения. Он хочет спасти нас от самих себя. А ведь нас нужно спасать. Мы погрязли в грехе. Чревоугодии, похоть, гордости, алчности. Мне продолжать? До прихода Савонаролы мы чрезмерно любили плотские наслаждения. Мы отвернулись от Бога. И как было не отвернуться, устыдившись за свои поступки? Вот почему вы страдаете душой и телом. Это кара за грехи. Но не бойтесь. Если вы жаждете исцеления, если ищете спасения, поклянитесь верности Савонароле. И я впущу вас. В этих стенах о вас позаботятся наилучшим образом. И притом бесплатно. Ибо я полон жалости и сострадания, каким создал меня Господь. Зачем этот капюшон? Бей его! Остыкайте! Ты пролил кровь целителя! Нет, я пролил кровь тирана. Власть над телами, находящимися между этим миром и иным. Похоже, она скружила мне голову. А сейчас ты замрешь навеки. Твоя смерть не будет бессмысленной. Покойся с миром. Эккола, быстрее, за ним! Вспомните, чему вас учили! Прикончите его! Делайте то, чему я вас учил! Я исправлюсь. Не трогайте меня. Прикончите его, вас учили. Браво. Прикончите его. Прикончите его, куда он ошибется. Бей его. Помните, чему вас учили. Не нервничайте, когда он ошибется!
безумен. Совсем спятил. Из-за чего все это безумие? Он убьет. Не стесняйся, я всего лишь лек. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? А престо, Эцио. Я уверен, у меня есть то, что...
Вот, сеньор, расскажите обо мне друзьям. Спасибо за покупку. Подходите! Желаю тебе здравствовать. У меня лучшие товары из металла. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи?
А престо, Эцио. Отходите, друзья! Поднялась на 6 флоринов за 100 фунтов. Река Арно снова разлилась. Всем юношам подкатывает возраста. Городская стража набирает добровольцев в уличные патрули и резерв. Ты молодец, Эцио. И что теперь? Смотри. Тишина! Я требую тишины! Зачем вы здесь? Зачем беспокоите меня? Вам нужно очищать свои дома, очищать себя. Разводите костры, читайте молитвы, кайтесь в грехах. Вы сделаете так, как говорю вам я. Вы покоритесь мне! Нет! Нет! Найди яблоко, Эцио! Оно где-то здесь! Он там, вперед! Быстрее, черт побери! Эй, мышка, где твоя норка? Вот он, бейте его! Пришло ваше время, гвардия Денисовна. Вы получите позор. Тебе не уйти! Отличные товары и такие цены, что я чудом Идиот. Еще не разорился. Ну бьется! Прочь, бродяга! Стража! Он глумится над всем, что дорого любому дорогу! Местное иск... Эй!
Отлично, сеньор. Вы настоящий меценат. Добрый... Подходите, покупайте. Все, что вам нужно. Пресс, статуи, портреты. Зачем так грубо? Если передумаете, то приходите. Уводят новый налог на все товары, которые продаются через главные гильдии. Объявление. Внимание! Фра Донато напоминает всем добрым христианам о долге милосердия. Это святотатство! Как вы обращаетесь с пророком, богохульники, еретики! Вы сгорите в аду! Слышите? Вы сгорите! Боже, здесь вырвались от тела дьявола, окруженный грехами, я молю тебя о спасении! О, Боже, смилуйся! Никто не заслуживает такой мучительной смерти. Просите помощи! Это ты! Я знал, что этот день придет. Прошу, будь милостив. Я был. Иди. Бог да будет тебе судьей. Покойся с миром. Селенцо! Селенцо! 22 года назад я стоял здесь и смотрел, как погибают мои родные. Их предали те, кого я звал друзьями. Месть затмила мой разум. Она погубила бы меня, если бы не мудрость тех, кто научил меня управлять своими инстинктами. Они не давали мне ответов, но помогли мне учиться. Нам не нужны хозяева. Ни Медичи, ни Савонаролла. Мы сами вольны выбирать свой путь. Многие хотят отобрать у нас свободу. И многие из вас подчинятся им. Но именно способность выбирать... То, что для нас истинно и делает нас людьми. Ни одна книга, ни один учитель не даст вам ответов, не откроет путь. Выберите свою дорогу. Не идите за мной и ни за кем еще.